Вчерашний день, часу в шестом, задумал гражданин 55-го года рождения выяснить отношения с приятелями. Да не где-то в темном углу, а на мелкооптовом рынке, что на улице Балтийской. Получив от приятелей по голове, разъяренный гражданин отправился домой за припасенной гранатой РГД-5. Вернувшись на рынок, он пошел искать обидчиков, но почему-то стал угрожать одной из продавщиц. Затем он все-таки выдернул чеку, которую сразу же и выронил. И вот так, зажав в руке лимонку, способную взорваться от любого неловкого движения, 42-летний петрозаводчанин держал в страхе Балтийский рынок в течение часа. С помощью работников милиции удалось увести бунтаря подальше от рынка, где затем и была взорвана граната. К счастью, никто не пострадал. Буйный гражданин задержан. Ведется следствие.